Всем привет! Это спортмарафон и у нас обзор очень долгожданного обновления модели Socony Hurricane. Теперь это версия 22. Она пропустила несколько маркировок больших чисел, потому что существовала система Изофит. Это фиксация стопы в середине кроссовки. Socony с ней поигралась и, если честно, она мне всегда казалась сырой, потому что она где-то перетягивала, где-то слишком была свободная. Теперь все по классике и кроссовки теперь классические, ортодоксальные, беговые. Но нет! Потому что сок они теперь у нас используют обновленную амортизирующую платформу, которая называется Power Run Plus. Что это такое? Это расширенный термополиуретан, который мы привыкли видеть у Adidas. Это тот же самый Boost, но на новых настройках, потому что, ну не надо говорить слишком много, касаемо того, что химия это безграничное поле для деятельности. Новая настроенная расширенная пена термополиуретана работает гораздо более живо. Она более веселая, более упругая и в целом мне понравилась реально больше, чем у Адидаса. Она шире по габаритам, кроссовки прибавили в толщине, что у нас по ее свойствам. Компания Соконев в целом достаточно давно использует эту технологию. Она стала следующей после Адидаса, кто ее начал использовать. А вообще поговаривают, что перед Адидасом они пытались ее себе заполучить, но очень долго обдумывали и в итоге Adidas был первым. Благодаря этому, благодаря долгому использованию технологии Ивран, e это тот же расширенный термополиуретан, который мы с вами видели на моделях Freedom и Liberty, получил новую версию. И эта новая версия в три раза более долговечная, чем Ивран, e в три раза меньше подвержена воздействию температуры, чем Ивран, e на 25% легче, в два раза более гибкая, на 5% лучше амортизирует, но это не в счет. На самом деле эти характеристики, которые я озвучил в самом начале, это очень круто. И эти кроссовки это отличные комфортабельные корабли для того, чтобы их использовать на темпе 6 минут на километр. Да, можно бежать и по 5 минут на километр, но это не те козырные карты, которыми может похвастаться эта модель. Теперь поподробнее, давайте рассмотрим и ближе. Вот такая вот надутая безе амортизирующей платформы, широкая, с выносом пятки, очень комфортабельно и плавно вкатывающе. Напомню, что модель Hurricane в переводе «Ураган» — это кроссовка с дополнительной боковой поддержкой. И раньше использовался классический прием сочетания пен разной плотности. То есть у нас с внутренней части в области пятки использовалась такая тумбочка конусообразная, трапециевидная, которая поддерживала стопу как плечо. Сейчас по-другому. Сейчас у нас есть такая накладка L-образная, то есть уголок, который мы привыкли использовать в строительстве, это строительство в сочетании с этой пеной, это очень хорошо, потому что обеспечивает стабильность и, по ощущениям, гораздо лучшую поддержку чисто тактильно в средней части стопы. Там, где надо, под ладивидным суставом, это очень хорошо. И я за это сокони ставлю реально пятерку. Дальше поехали. Верхняя часть у нас перешита, ушла система изофиты, у нас теперь двойная жакардовая сетка. У нас премиальные шнурки, как, например, в модели Wave Sky у Мизуна, очень приятно тактильные. У нас язычок пришит к основанию амортизирующей платформы, и его надо очень аккуратно фиксировать, чтобы он не натирал стопу, не образовывал складки внутри. У нас очень много набивки в области пятки. Ну и у нас очень крутой дизайн. И это очень легкий, очень мягкий тренер для долгих или коротких, для интенсивных или не очень пробежек по городу. По твердым дорогам, по загородным укатанным дорогам, по паркам, в спортмарафоне вы выбираете в каталоге цвет, вы выбираете правильный размер, если вы находитесь далеко, вы нам звоните, мы консультируем, как его подобрать правильно. Здесь по ширине все в колодке очень хорошо, и внимание у ребят, у кого высокий продольный свод стопы, а это бывает не только у ребят, которые весят мало, но и которые весят очень много, присмотритесь к этой модели, она поможет вам решить проблему с подъемом. Сидит комфортно, дает потрясающее ощущение комфортабельности. Очень комфортабельные, очень-очень-очень комфортабельные у нас в магазине. Всем бег!